31 октября – Луковый день, народный календарь. В этот день отмечается память святого Луки, апостола от 70. Лука владел лекарским искусством, а главным врачевателем и целителем на Руси Истри считалось растение, название которого созвучно с именем святого. Это лук. Святого в этот день почитали как покровителя иконописцев и вообще живописцев. В луковый день устраивали луковые базары, хотя торговля луком не считалась прибыльным делом. На луку судили о погоде на приближающуюся зиму. Обилие шелухи на луковицах предвещало сильные морозы. На луку также было принято молиться святому о добрых отношениях в семье, о совете и любви между мужем и женой. К нему обращались за помощью и огородники. Если листья с вишни еще не опали, снег долго не ляжет.